Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами продолжим разбираться в товарах из магазина «Светофор», а именно поговорим о товарах для дома, что же интересного и полезного можно найти в магазине низких цен. Очень мне понравились по качеству покрывала торговой марки «Павлина», даже несмотря на то, что это 100% полиэстер. Размеры 200 на 210 сантиметров, а произведены они в городе Иваново. Расцветки есть разные, от спокойных до более ярких кричащих. А еще одним из моих любимых пледов является плед под названием Aerosoft. Размеры 160 на 2 метра и стоит 380 рублей. В большом количестве они всегда продаются в Светофоре. Подобным пледом укрываюсь я, укрывается мой ребенок, и даже зимой мне под ним не холодно. И хочу отметить, что эти пледы не электризуются. Так что мне они понравились, а если вы покупали, пожалуйста, напишите в комментариях, нравятся вам эти пледы или нет. Недавно в нашем магазине появилась специальная полка металлическая для сушки тарелок. Стоит 220 рублей. Это полка двухъярусная. Можно ее использовать как просто стационарную, а также можно и повесить на стену. Имеется две полки. Одна для тарелок, другая для чашек. И внизу пластиковый поддон, который будет собирать всю воду, если она будет скапывать. Изготовлена, в принципе, нормально. Можно использовать даже эту полку в качестве внутренней полки в шкаф. Ну и, конечно же, в большом количестве в Светофоре бывают подобного плана хромированные полки за 224 рубля. Это полки угловые, например, с тремя вот такими полочками. Тоже они крепятся на стену при помощи дюбелей и саморезов, которые идут в комплекте. Хорошие бюджетные полочки. Также этого плана полки бывают еще и прямоугольные, например, вот такого плана. И еще можно найти полки прямоугольные, но с более округлыми краями. Пластиковая этажерка для обуви имеет три полки, стоит 380 рублей и изготовлена она из коричневого пластика. Максимальная высота полки 56 сантиметров, глубина 31 сантиметр, а ширина почти 50 сантиметров. Расстояние между двумя полками составляет 19 сантиметров. А еще иногда в магазин привозят и другие подставки под обувь, изготовлены они уже из металла и стоят 660 рублей. Размеры у этой полки 48 сантиметров высота, глубина 30 сантиметров и ширина 65 сантиметров. Можно разместить примерно 9 пар обуви. И я, наверное, не перестану повторять, что в Светофоре очень выгодно покупать махровые полотенца. И полотенца бывают различных размеров, большие, маленькие, для лица, банные полотенца разных расцветок. Причем порой расцветки настолько яркие и интересные, что просто хочется скупить все. Также бывают и комплекты кухонных махровых полотенец. Мне нравятся вот такие наборчики, состоящие из двух штук. И размеры этих полотенец 30 на 60 сантиметров. Очень интересно смотрятся махровые полотенца с декором в виде вот таких полосок, прошитых металлизированной нитью. Тоже бывают разных расцветок.
А также недавно появились в продаже подарочные наборы махровых жаккардовых полотенец, и плотность у них хорошая, 380 грамм, и каждый набор состоит из двух полотенец. Они имеют размеры 50 на 80 сантиметров и 70 на 120. Стоят 314 рублей. И совсем-совсем свежая новинка – вафельное банное полотенце размером 70 на 150 сантиметров, стоит 80 рублей. Можно его использовать в качестве детского полотенца, и посмотрите, какие именно детские расцветки, а также некоторые девочки используют в качестве пляжных. Компактное и необъемное, брать на пляж очень удобно. И хочу обратить ваше внимание еще на такой вид полотенец. Это вафельные пестротканные полотенца в красивых бежевых тонах. По краям имеется бахрома и размеры 50 на 80 сантиметров. Светодиодная лампа, подсветка за 130 рублей, представляет собой светодиодную ленту, которая помещена в пластиковый чехол, в пластиковую трубку. Питается от сети, имеется кнопка включения и выключения. Этот светильник настолько легкий, что можно его даже приклеить на клей куда-нибудь к полке и использовать в качестве кухонного освещения. А я такую подсветку купила, отдала маме. У меня мама использует в качестве дополнительного освещения для цветов. Также можно купить и более такой основательный светильник, стоит он всего лишь 180 рублей. Этот светильник располагается уже в более прочном пластиковом корпусе. Использовать его можно только внутри помещения, у него нет влагозащиты. Но в чем еще плюс этих светильников, что их можно подсоединять друг к другу последовательно. И вот такие прожекторы светодиодные тоже при желании можно использовать в качестве дополнительной подсветки где-нибудь на кухне, либо где-нибудь на шкафах. Стоит 190 рублей и питается от сети, мощность 20 Вт. Сушки для белья, которые можно вешать на батарею, тоже вполне пригодны для использования. Максимальная нагрузка на эти сушки 5 кг. И совсем недавно в нашем магазине появились коврики для фитнес-тренировок и отдыха. Размеры имеют 180 на 60 сантиметров и толщина у них 0,5 сантиметра, стоит 200 рублей. Совсем недавно в своем видео я вам показывала свою швабру, которую купила в магазине Светофор, и до сих пор ею пользуюсь. Сейчас в продаже есть две разновидности этих телескопических швабр, изготовленных из пластика. 147 рублей стоит швабра с плоской насадкой, и 152 рубля стоит швабра с насадкой, в которой есть пупырышки. Также еще можно купить угловую этажерку, изготовленную из пластика. Она имеет в комплекте 4 полки, стоит всего лишь 230 рублей. И высота этой этажерки 83 сантиметра, при этом ширина 38 сантиметров, а глубина 33 сантиметра.
А для хранения каких-то объемных вещей можно приспособить пластиковые ящики с крышками, створками, которые стоят 250 рублей. Объем у них большой, 53 литра. И также многие девушки используют их для хранения больших крупногабаритных детских игрушек, одеяла хранят. Вообще задумка очень классная. А для хранения инструментов в большом количестве представлены различные пластиковые ящики. Причем пластик очень плотный, ящики большие. Имеется ручка, за которую удобно переносить. Закрываются на два вот таких карабинчика. Внутри, например, есть переносная вставка-вкладыш. А также на верхней крышке по бокам имеются два маленьких отсека для мелких инструментов. И из этой же серии можно найти чуть другие ящики. Они уже меньшего размера, но принцип построения точно такой же. Закрываются они только на одну защелку, изготовленную из пластика, но все равно пластик плотный и выдержит вес хороший. Еще один большой ящик периодически появляется в продаже. Называется он Unibox, объемом 46 литров, стоит 320 рублей. В чем фишка этого ящика? Что дополнительно он оснащен колесиками и при передвижении никаких проблем не возникнет. Также в комплекте к каждому ящику еще идет и крышка. Ну и совсем-совсем свежая новинка для хранения – это ящик дачный складной на 32 литра. Подобные ящики продавались и в магазине Fix Price, но стоили они дороже, но а тут 141 рубль. Ящик изготовлен из плотного пластика. Конечно, чтобы приноровиться его разбирать, собирать, нужно использовать две руки, но процесс сборки-разборки удобный, и именно в разобранном виде все створки фиксируются хорошо, и ящик вполне функционален и надежен. Ну вот, друзья, и подошло это видео к концу. Надеюсь, оно было для вас интересным и полезным. Если так, поддерживайте пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а также пишите в комментариях, что вы любите покупать в магазине «Светофор» для дома.